Приветствую вас, дорогие гости, участники форума. Сегодня я хочу поговорить о будущем. Никто не знает, каким оно будет. Я часто думаю о будущем. Что мы сегодня делаем правильно, что неправильно? Как мы будем жить завтра или через 20-30 лет? Я ищу для себя ответ на вопрос, как достигать успеха в мире, который постоянно меняется. Мы с компанией YouFuture создаем проекты, которые уже сейчас меняют мышление и подходы. Это Unit City, Unit Factory, Школа малого и среднего предпринимательства, Lean Institute. И мы уже чувствуем глобальные вызовы времени и готовы принять их. Но давайте представим топ-5 трендов будущего. Интернет вещей. Мы уже не представляем своей жизни без интернета вещей. Умный дом, электронные ключи, голосовые помощники, разные датчики. Все это помогает эффективно использовать время. А интернет медицинских вещей помогает нам быть здоровыми. Каждый человек будет знать показатели своего здоровья и управлять ими. Диагностика организма будет постоянной. И для этого достаточно одних часов на руке. Человека можно будет видеть насквозь. Мы будем узнавать о болезнях до того, как они проявятся. А значит, люди будут жить дольше и в 90 лет оставаться активными. Урбанизация. Сегодня на планете 31 мегаполис с населением более 10 миллионов человек. Скоро таких городов будет больше. Когда родился, на Земле было 3,5 миллиарда людей. Сегодня более 7,5 миллиарда. А еще через 50 лет нас будет 11 миллиардов человек. И 80% людей будет жить в больших городах. Изменение климата. Климат на планете изменится. Нас ждет таяние ледников, ураганы, цунами, засуха, аномальная жара. Средняя температура воздуха поднимется до плюс 35 градусов. В Париже летом будет плюс 50. Но главная угроза – загрязнение планеты. Земля, океан, космос завалены мусором. Многие виды животных просто исчезли. Чистый воздух и питьевая вода стали роскошью для человека. Роботизация. Многие боятся последствий роботизации. В ближайшие 10 лет 75 миллионов рабочих мест исчезнут. Робот значительно продуктивнее и выносливее каждого из нас. Он способен работать 24/7 и всегда быть в хорошем настроении. Машины уже хорошо умеют распознавать лица, голоса и эмоции людей. Программы способны придумать драматические сюжеты, писать статьи, создавать музыку и картины. Революция 4.0 создает и роботов, и рабочие места для роботов. Homo sapiens 2.0. Сам человек генетически изменится. Внутренние органы будут печатать на 3D-принтере. Можно будет добавить и убрать гены. Многие добавят себе ген долголетия. И мы сможем даже выбрать цвет глаз своему ребенку. Мир круто меняется, и мы с вами должны быть к этому готовы. Привет! Я пришел из будущего, вспомнил, что сегодня в Киеве форум, и решил заглянуть в 2019 год. О, привет! Приятно видеть, что я не изменился. Сразу скажу, инвестировать в Unit City было отличным решением. Unit City на сегодня — это первый центр инноваций. Он создал тренд не только в Украине, а и в мире. Теперь это центр инновационного Киева. А в Киеве сегодня живет более 10 миллионов человек. Это неплохо. Значит, мой стартап 200 миллионов долларов оправдал себя. Более того,
Суэнит-Сити теперь есть в каждом крупном городе. Это центр инноваций и развития. Благодаря экосистеме предприниматели находят партнеров и делают крупные проекты. Василий, в этом зале есть будущие твои партнеры. Но вы сейчас пока об этом даже не догадываетесь. Отлично. А сколько времени есть у нас, чтобы подготовиться к будущим переменам? 15-20 лет максимум. Технологии у вас, конечно, развиваются, но недостаточно быстро, чтобы отвечать глобальным вызовам. Как же нам быть сейчас? Что нам делать, чтобы быть успешным в твоем мире? Ты правильно обозначил главные тренды будущего. Но давай я покажу, что происходит у вас в 2019 году прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Протесты и локальные войны не заканчиваются. Евросоюз радикально трансформируется. Теракты уносят сотни и сотни жизней. На Земле не осталось полностью безопасных мест. Океан загрязнен, леса исчезают, питьевой воды не хватает. Экологические проблемы буквально касаются каждого. Человек вынужден менять несколько профессий и постоянно переучиваться. Традиционное образование уже не работает. Население планеты непрерывно растет и стареет. Мир переживает глобальный экономический кризис. Миллионы людей остаются без работы, без пенсий, без субсидий. Миграция достигла рекордных масштабов. Для многих мигрантов переезд в другую страну так и не решает вопрос улучшения жизни. Да, ехать некуда. Именно об этом я часто говорю молодым ребятам. Наивно уезжать из Украины в поисках лучшей жизни. У нас есть отличные возможности прямо здесь. Ты прав. В том числе и благодаря проектам U-Future украинцы остаются жить и работать в своей стране. Люди поняли, что возможностей здесь больше. Колоссальный потенциал Украины будет только расти. И знаешь, в вашем время есть большие преимущества, которые вы сейчас недооцениваете. Например, у вас еще есть личное пространство. Но в будущем мир станет абсолютно прозрачным и управляемым. Мы сможем контролировать каждый шаг с рождения человека и до самой смерти. Больше не остается ничего личного. Ты всегда под присмотром видеокамер, искусственного интеллекта. У него есть доступ не только к твоим разговорам и перепискам, а даже к твоим мыслям. Смотри, как это работает. Впечатляет. Неужели контроль за человеком настолько усилится? В Китае уже сейчас действует система рейтинга. Там собирают большие данные о каждом. Что он пишет в соцсетях, как водит машину, с кем общается, как платит налоги и выплачивает кредиты. Программа автоматически начисляет баллы. Высокий рейтинг гарантирует привилегии, а низкий лишает даже базовых возможностей. И если в 2018 году 3 миллиона жителей Китая из-за низкого рейтинга не смогли купить себе билет на поезд или самолет, то боюсь даже представить, что нас всех ждет в будущем. Да, любой неверный шаг стоит репутации. В конкурентном мире она играет огромную роль. Уже сейчас думайте, что вы публикуете в социальных сетях и даже снимаете на телефон. Согласен, зарабатывать репутацию нужно сегодня. И это не менее важно, чем зарабатывать деньги. Надеюсь, в будущем есть и приятные бонусы? Конечно, их много. Биохакинг – один из них. Смотри. Ну круто. Предлагаю оставить. Знаешь, это не главное. Настоящая суперсила у тебя сейчас. Это предпринимательство. Особый способ мыслить. Брать на себя ответственность. Создавать новое. И сейчас, и в будущем будет вести к успеху. Да, и не только меня. Смотри, сколько в этом зале предпринимателей. Поэтому я здесь.
Скажу еще одно о будущем. Предприниматель – это одна из немногих профессий, которая не исчезнет в будущем. Так что ваши шансы на успех максимальны. Вы знаете, что делать. Увидимся. Спасибо за необычную встречу. Мы не зря так много говорим о будущем. Мы, предприниматели, создаем наше будущее сами. От нас зависит, как мы будем жить сегодня и завтра, и какой мир мы передадим нашим детям. Я рад видеть в зале настоящих предпринимателей. Мы все очень разные. Но каждый из нас выбрал остаться в Украине, развивать свое дело, свою страну. Мы понимаем, что незачем ехать за скромную зарплату в Польшу или в Германию, в Америку или в Китай. В нашей стране есть все возможности для качественной жизни. И мы должны много учиться, экспериментировать, добиваться успеха, инвестировать в будущее и стать партнерами друг друга. Давайте сделаем это сегодня, здесь, на форуме развития малого и среднего предпринимательства.